Полыхают пожары и в Днепропетровской области. Огонь охватил десятки гектаров. Горят склады и лес. Самый крупный очаг недалеко от села Дмитровка. Там с пожаром борются уже вторые сутки. Все подробности расскажет Елена Миндалюк. Хвойный лес загорелся, как спичка, а из-за ветра в считанные часы пламя охватило почти 50 гектаров леса. Пожарные машины не успевали потушить одно возгорание, как возникало другое. Пришлось привлечь авиацию. Два самолета сбросили 16 тонн воды. Пожар возник недалеко от села Дмитровка Петропавловского района. Это самый масштабный пожар за лето, утверждают спасатели. К его ликвидации привлекли свыше 1500 человек и почти 40 единиц техники. Победить огонь удалось лишь на вторые сутки. Но к этому времени огонь уничтожил больше половины Петропавловского лесничества. Площадь пожежі склала 90 гектар со 158. Из них 65 гектар низовий. И, что наиболее небезопасно, 25 лет – это верховый пожар. Специалисты уже установили причину. За поджог задержали 66-летнюю жительницу села Дмитровка. Валентина Андреевна жгла возле своего двора сорняки. Поднялся ветер, и пламя перебросилось на сарай. Соседка кричит, где забор горит. Я пока шлангу дотянула, оно как пыхнуло, он там все, и на тот сарай. А к сараю нельзя было подойти. Там и толь, наверное, непонятно что-то. А потом на лес, да, перебросилось? Ну да, оно, наверное, на лес ребята прибежали и тут начали тушить. Еще один масштабный пожар произошел в окрестностях города Днепра. В поселке Мирный загорелись склады на предприятии по переработке мусора. Справиться с огнем спасатели не могли несколько дней. Говорят, если в первый день горела бумага и целлофан, то на следующий уже пылал пластик. В результате огнем было охвачено 3 ангара. В них находились баллоны с пропаном и кислородом, бочки с маслом. Вскоре все стало взрываться. Клубы дыма были видны за несколько десятков километров. В срочном порядке в небо поднялась авиация. Всем внимание, сброс воды! Полностью ликвидировать пожар удалось только сегодня утром. Но спасатели предупреждают, повышенная степень пожароопасности сохраняется. Елена Медалюк, Евгений Конецов. Подробности телеканал Интер. Днепр.